Опа. Привет! Сегодня у меня на обзоре Samsung Galaxy A25. И это видео, кстати, я сейчас снимаю на него. Можешь сразу оценить качество съемки. И вот я тебе покажу даже, что это реально так. Вот он, этот смартфончик. Запись звука идет на петличку, но также будут примеры и без ее использования. Такой вот красивый телефончик. И напомню, что этот смартфон и любой другой товар ты можешь приобрести по ссылочке в описании, участвуя в различных акциях, розыгрышах, получая за это бонусы, которые можно в дальнейшем тратить на скидку. А если будешь покупать с помощью карты от Тинькофф, то будешь получать еще и кэшбэк. Двойная выгода. Я сам пользуюсь этими всеми продуктами, мне очень нравится, поэтому тебе советую. И вернемся к обзору. Приятный дизайн в стиле S-серии очень приятно лежит в руке. Удобное расположение кнопок, сканер отпечатков пальцев находится в кнопке блокировки, задняя панелька ощущается необычно. Как и у всех, уже, наверное, можно сказать, моделей в элементах корпуса и даже упаковки используются переработанные материалы. Что объясняет небольшую комплектацию, в которую входят смартфон, провод Type-C и скрепка для извлечения слота под сим-карту и карту памяти. Задняя панелька выполнена из гластика с приятной текстурой и цветом. Там же на задней панели располагаются камеры, дополнительно каждая защищена рамкой. Основная 50-мегапиксельная с оптической стабилизацией, ультраширокоугольная 8-мегапиксельная и 2-мегапиксельный модуль для макроснимков. А спереди установлено стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Под стеклом находится Super AMOLED дисплей на 6,5 дюймов с частотой обновления картинки 120 Гц. Очень крутой, надежный и яркий. А в верхней части дисплея спряталась 13-мегапиксельная фронтальная камера. И давайте сразу посмотрим примеры съемки. Проверка записи видео и звука на фронтальную камеру Samsung Galaxy A25. Вот так вот и позади меня солнце. Со светом справляется вполне себе неплохо. Меня видно, задний план все видно. И вот так вот, если напротив солнца, тоже все неплохо. Плюс я не стою на месте, я иду. Дрожания незаметны. Вполне себе неплохо справляется. И цветопередача прям такая насыщенная, яркая. Мне нравится. Видно даже мои разбитые губы, потрескавшиеся. А так, картинка прям приятная. Вот. Позади меня там где-то колесо обозрения чуть-чуть торчит. Детализация тоже вполне себе неплохая. Вон брусчатку все видно. Деревья позади хорошо видно. И бюст, памятник. Мне прям цветопередача нравится. Такая яркая, насыщенная. И все цвета прям хорошо передает. И давайте переключимся на основную камеру. На основную камеру запись видео выглядит вот так. Вполне себе с детализацией все хорошо. И запись видео. Цветопередача также неплохая. Ну и звук должен записывать неплохо. Вот так все выглядит. Со стабилизацией тоже справляется хорошо. Небо передает цвет неба. Хорошо. Задний план. То, что там сопки виднеются на заднем плане. И такой вот плавненький переход к солнцу. Интересно. В плане камеры прям хорошо. 5 из 5, я бы сказал. И по свету, и по стабилизации. Я вот сейчас вообще хожу по такой тоненькой штуке. Качаюсь и при этом заметной тряски на видео вообще нет. Хорошо держит стабилизацию и хорошо передает цвет и детализацию видео. А теперь давайте перейдем к фотографиям.
Помимо крутых камер и не менее крутого дисплея, внутри установлен отличный 5-нанометровый процессор от Samsung Exynos 1280 и графический процессор Mali G68, которые в совокупности позволяют использовать смартфон на полную, под любые задачи. И Galaxy A25 спокойно тянет любые игры, а стереодинамики еще больше позволяют погрузиться в происходящее на дисплее. А всем этим позволит наслаждаться долгое время емкий аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий 25-ваттную зарядку. Samsung Galaxy A25 продается в двух версиях: 6128 и 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. А если недостаточно, то можно установить флешку и воспользоваться технологией RAM+. Хорошее соотношение цены и качества. Из минусов, наверное, хотелось бы добавить защиту от воды по стандарту IP67 или IP68, а так, в принципе, хороший среднебюджетный смартфон с Samsung Galaxy A25. Все, что нужно, есть. Ну, мне вот только защиты от воды не хватает. А так, вполне себе хорошенький телефончик. На этом, в принципе, все, что я хотел тебе рассказать. Отличного тебе настроения и пока-пока.